Всем привет, я в магазине Белвест, город Орск, остановка Авангард. Давайте смотреть ассортимент осенней обуви. Новая коллекция. Полусапожки женские, 10 тысяч. В двух расцветках. Нет, разные. Так, а эти? Эти также бордовые и бежевые. Такие тоже 10, черные. Это все кожа. Еще одна модель с украшением. 10 тысяч. Зима, это осень-зима. Написано 23-24. Тоже новая коллекция. 8700. И такие 10. Есть голенище вот повыше, чем предыдущий. Тоже 10 тысяч. Замок, шнурок. Не тяжелые. Вот какие интересные. Тоже 10. Натуральная кожа, все. Есть чисто белые. 8400. Две расцветки. Бордовые и беленькие. Восемь тысяч. А это замочек интересный, видите, с обратной стороны, не как привыкли. 7800. Народ набивается, люди заходят, что-то меряют здесь. Хоть и как бы кажется дороговато, да, но я так думаю, для натуральной кожи это самое то цена. 10 тысяч. И такие. О, со скидкой идет желтый ценник. 7992. А есть замшевые. Замшевые черненькие. 8400. И такие 7500. Это только резиночка, без замка, без... Мне такие не нравятся. Тяжело надевать, по крайней мере, в моем возрасте. А девчонки, может, и ничего. 8700. А вот какая модель интересная. С замочком сбоку. 10 тысяч. Ну, в основном, такая средняя цена. 10 тысяч. Тоже замшевые. 8. И такие 9. Белые. Замок, шнурок. Замок, резинка. 7992. И эти 9400. Очень много моделей темненьких. Вот какие сзади украшения. Тоже все натуральные. 10 тысяч. А вот какой, смотрите, раскрешенный каблучок. Замшевые. 7992. На каблучке. 8472. В среднем 10 тысяч. Специальное предложение. Сколько? 7992. Светлые. Эти потом. 7443.
Есть сапожки с высоким голенищем, ботфорты. 12 500 на каблучке и без каблучка. На каблучке 12 500, а без каблучка сейчас скажу. О, они даже по оранжевому ценнику 9 992. Такие на широкое голенище 11 200. Это ботфорты. 10 392. Еще сапожки. Это все демисезонные. 12 500. И замшевые 9 992. Небольшой каблучок на шнуровке. 12 990. 13 000. Вот, смотрите, красной ниточкой обстрочены. 992. 9 992. Эти также стоят. Так, такие 12 500. Без каблучка. И эти 11 890. Одиннадцать 890. Шнурок и замок. И такие сапожки. 8 952. На этом все. Кому понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.